Привет всем, с вами Веломода. Сегодня мы покажем вам велосипед Rockstar 2.0. Это прогрессивный велосипед на 27,5 колесах. То есть это уже самый такой последний писк моды. Видим резина Schwalbe Smart Sam с таким средним протектором. Очень хорошо будет идти по бездорожью, по песку. Ну и в принципе неплохо будет ехать даже и по асфальту. За счет такого направленного протектора, достаточно хорошего. Велосипед оборудован алюминиевой рамой. Видим фирменная геометрия. Это гоночная геометрия от Bergamont. С вот такой вот специальной перемычкой. Велосипед достаточно легкий. 13,9 кг. Оборудован компонентами фирменными BGM от Bergamont. Видим подседельный штырь. Фирменный, с двумя регулировочными болтами, что очень удобно, потому как в данном случае регулировка очень-очень точная и легкая. Также фирменный вынос BGM и руль BGM. Велосипед оборудован вилкой Сунтор. Довольно-таки неплохой ход без локаута, но есть регулировка пружины. Велосипед оборудован вибрейковыми тормозами Tektra. Хорошие, надежные ободные тормоза. Классика жанра. Трансмиссия от Shimano 3/8. То есть это 24 скорости. Задний переключатель Shimano Altus на 8 скоростей. Кассета также на 8 скоростей от Shimano. Велосипед очень гармоничный, очень симпатичный. Белые включения очень красиво смотрятся. Выделяется в толпе. Матовый цвет. Все по классике жанра. Вот такой вот велосипед. Вы можете приобрести в магазине Веломода. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо.